27 и 28 марта 2015 года в инспекции проводятся дни открытых дверей для налогоплательщиков, которые получили в 2014 году доходы от продажи имущества, транспортных средств по договорам аренды и другим доходам. В рамках мероприятия специалисты налоговых органов подробно расскажут налогоплательщикам о том, кому необходимо подавать декларации на доходы физических лиц, в какие сроки подаются декларации, о том, как воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, и ответят также на другие вопросы налогоплательщиков по вопросам налогообложения.